Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Звук «Л» дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Буква «К» в имени указывает на большую твердость, бронебойность. Для таких личностей целью в жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Обычно эти личности очень амбициозны, энергичны, инициативны, активны. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Окружающие уважают этих людей, постоянно к ним прислушиваются, ценят их мнение. Слово человека с этим именем ценится и стоит дорого. Но не стоит забывать, что дружеские отношения с этой личностью просто опасны. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределом мечтания этого имени. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Чувствительность у обладателей этого имени очень высока. Это можно сказать и о половой силе таких людей. В целом владельцы этого имени с точки зрения эмоциональности и сексуальности можно назвать противоречивыми. Ведь эти люди могут быть преданными, живыми и искренними. Искренними, но в то же время застенчивыми и очень ранимыми. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.